Я не знал, что я так бедно живу. Я Ергадзе говорю, и Кузнецову. Я говорю, заседанием чай там или кофе. Нет, у нас не дают. Перерыв будет. После заседания. Говорит, вот. Я говорю, ну так мне хоть дай. Где можно? Председатель, где можно? Да, мне вот и дай. А вы уж как угодно. Хорошо вам, им Богу. Работы у вас мало, почти нет. У меня вчера готовился к сегодня. Сегодня надо готовиться, завтра встречать этого... Мексиканца. Он приедет, будь уверен. Вот. Так что работёшка такая. Ностальгия.